«Синий трактор» представляет! Как-то раз подруга Мила «Синий трактор» попросила съездить в домик свинки Пеппи и оттуда ей в прицепе разных привезти зверей. Чтобы было веселей. Будем с ними мы играть, будем их запоминать. Это классная идея! Отправляюсь поскорее! Отправляйся, трактор, в путь, но прицеп свой не забудь. Ехал трактор по полям, ехал трактор по лесам, ехал, а в какой-то миг заблудился и поник. Нужно ехать поскорее, скоро ведь уже стемнеет. Мог бы кто-то подсказать, где мне домик отыскать? Вдруг откуда-то из леса появляется принцесса. Ой, привет! Я синий трактор. Я тут заблудился как-то. Не могу найти дорогу. Ты поможешь мне немного? Я помочь тебе бы рада, но мне идти к подружке надо. Так садись, я подвезу. Страшно ведь одной в лесу. Хорошо, моя подружка Пеппа. Может, знаешь Хрюшку? Знаю, знаю. Да-да-да, еду я как раз туда. Покажу тебе дорогу, отдохну в пути немного. Посижу в твоем прицепе. Едем, едем к свинке Пеппе. Ехали они недолго, быстро, как машина «Волга». Поворот, и за холмом, наконец-то, свинкин дом. Свинка в домике сидела и в окошечко глядела. Вышла, трактор увидала и копытцем замахала. Здравствуй, трактор дорогой, вот и встретились с тобой. Здравствуй, а меня тут Мила очень-очень попросила съездить у тебя спросить. Разрешишь ты, может быть, у тебя зверюшек взять, чтобы с ними поиграть? Я не жадина, берите, только их потом верните. Ой, спасибо, свинки Пеппи. Может, их везти в прицепе? Загружай, не торопись. А в прицепе-то сюрприз! Привет, привет! Привет, ура, ура! Всех животных погрузили, чтобы отвезти их к Миле. Синий трактор очень рад. Едет к Миле он назад. Погляди-ка поскорей! Я привез тебе зверей! Ой, спасибо, молодец! Тут и сказочки конец.